За победу в фестивале КВН специально в управлении номер 22 Федеральной противопожарной службы МЧС России боролись 5 команд. Пожарные привыкли работать в экстремальных условиях, быстро и оперативно принимать решения. Точно так же они подходят и к написанию сценария и подготовке выступления на сцене. Вот вы смотрели фильм «Угнать за 60 секунд»? Сколько у них было там? 24 часа, да, на все. Вот примерно то же самое и было и у нас. За 24 часа мы подготовили свое выступление. Огнеборцы много шутили на профессиональные темы. Например, игроки команды «Феникс», представители специальной пожарно-спасательной части номер 3, показали, как придется вызывать пожарную охрану в 2020 году, когда диспетчеров заменят автоответчики. Здравствуйте! Вы позвонили в пожарную охрану. Если у вас чрезвычайная ситуация, наберите 1. Если у вас пожар, наберите 2. А если пожар в частном секторе, наберите 1. А если пожар в квартире, наберите 2. Если в гаражном кооперативе, 3. А если хотите связаться с оператором мобильной связи, наберите 1. Если хотите связаться со службой пожаротушения, наберите 2. С кем вы из СПТ вы хотите поговорить? Голубев, наберите 1. Крючков, наберите 2. Веселые и находчивые огнеборцы шутили не только о работе, но и о жизни города. Вспомнили о том, что Заречный – культурная столица Росатома. Поэтому и драки в темном переулке проходят в ритме вальса. Такую оригинальную версию встречи в переулке представили участники команды «Великолепная семерка» из специальной пожарно-спасательной части номер 7. К фестивалю они подошли во всеоружии. Большинство нашей команды выступает и за управление, и за часть. Поэтому у нас как бы один большой сплоченный коллектив. И поэтому мы готовы на все что. Потенциал у ребят большой. Шуток хватит не только на один КВН, но и дальше на будущее. Думаю, будем играть, побеждать и делать свое дело. Прогнозы игроков из «Великолепной семерки» полностью оправдались. Члены жюри присудили им первое место. На втором месте команда «Как два пальца» из второй специальной пожарно-спасательной части. Замыкают тройку победителей веселые и находчивые огнеборцы из команды «Рублевка», представители специальной пожарно-спасательной части номер 6. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».